Разбросанные бутылки и мусор на газоне – это последствия бурного отдыха саровчан в одном из ночных заведений старого района. Подробности такого досуга полицейские узнают из заявлений, которые поступают в дежурную часть. В одном из них саровчанин попросил стражей порядка найти велосипед, на котором он приехал в тот самый ночной клуб от друзей, чтобы продолжить веселье. С его слов первоначальных, велосипед он поставил на балконе данного заведения, потом танцевал, пил, отдыхал. По закрытию заведения вышел, велосипед не обнаружил. Полицейские провели проверку, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в заведении мужчина заходил уже без велосипеда. Пропавший двухколесный транспорт нашелся достаточно быстро. Данный велосипед был обнаружен в метрах 150 от данного заведения, пристегнутым к бордюру около проезжей части. В минувшие выходные сотрудники все того же клуба вызвали наряд полиции, чтобы усмирить двух молодых людей, которые в состоянии сильного алкогольного опьянения порезали себя осколками от стеклянных бутылок. После того, как медики перевязали раны, юноши отправили в полицию. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.